Второе, поехали. Видео номер два. Дальше чешу. Значит, это тоже Camel Active, это тоже, сударыня моя, ваш размер, цвет коричневый, но уже другой. Такой, знаете, умбра. Сочетается хорошо с любым, кстати, цветом. Вещь более тонкая. То есть, начальные морозы выдержит, но та вещь у нас потеплее. Та да, уже потеплей, конкретная да. Зима. А это на всяческое межсезонье и Gore-Tex. Обратите внимание. Gore-Tex, это значит, стоит мембрана, отдельной полосой стоит ткань. От производителя самого, кстати, крутого по мембранам, это Gore-Tex, он был, он им остался. Вот. Вещь на вас сядет исключительно тоже. А пройма. Сколько пройма? Пройма, пожалуйста, покажу. У немцев не забалуешь. У немцев пройма будет, она как пройма, понимаете? Здесь нет бокового шва. То есть фигура будет более обтекаема. Так, смотрим. 63. 3. Аня, 63,8. Вот край. Вот край. А, вот так, да? 63,8. Ага. Пройма 63,8. Значит, сезонность у вещей разная. Обратите внимание. Это легкая на мокрый снег, на дождь. И сам черт вам не брат, потому что вы в ней не промокнете, будете дышать. Эта вещь тоже непродуваемая. Промокаемая слабо, но это на более холодный период жизни. До минус 20-25. Да, спокойно. Крепкая русская женщина в средней полосе. В ней всю зиму может проходить, и служить она будет годами. Ну да, до минус 25 точно. Цвет дама не желает? Спроси, вот можно вот эту модель.